Всем привет, привет, туп солнечный, Таля, на проводе. Вот каким-то видео девочка написала, говорит, Марина, что на воротнике черное? Ну это же ширпотреб, это ж... Видите, здесь нету, надо потом, когда снять, посмотреть, такой пошив. Не знаю, это же магазин Шаржет. Может дешевая, может они как-то так нашили, я без понятия. Да, вот здесь черное, кстати, красиво смотрится. А здесь нету. Мне там еще девушка написала, говорит, мы, говорит, когда шили на Францию, по-моему, она написала в город. Видно, где-то она работала. Вот у нас прям клеточка к клеточке была. Но сейчас времена поменялись, сейчас же пошили, все. Хороший такой, точнее пальто. Я сегодня в 6 утра вышла, бля, холодище. Холодище, прям вообще. А еще, знаете, влажность, она прям до костей вас пропитывает, влажный воздух. Жарища была сейчас. Я одела майка у меня под низом. Этот костюмчик мой, который я в китайском брала в том году. И вот эти вот штуки я на кофту накрепила. Не знаю, хочу проверить, насколько они будут придерживать кофту, чтобы не стирать ее каждый день. Потому что я читала комментарий, что я в одном и том же. Что я в одном и том же? Она говорит, спит. А что я сплю в одном и том же? Ой, я, конечно, понимаю, что вот есть люди, которые, я подсознательно не могу согласиться с тем, что вот есть люди, которые вот интересно, в чем я сплю, как я жру, какие у меня зубы, волосы. Я не могу понять, зачем людям эта информация, кто платит Софии за волосы. Я вообще не понимаю, зачем это ненужная информация людям. Сплю я вообще голая, потому что у меня... Я достала теплое одеяло зимнее, и у меня форелевая постель теплая. Это во-первых. Во-вторых, когда приходил Карлос, я была в розовых брюках и в рубашке. Я не вспотела в этом свитере. И не было от него запаха, не было на нем пятен. Чтобы не бросать его в стирку после одного раза, я специально одела его на следующий день, чтобы бросить потом в стирку. Вот я вчера походила. Это домашняя одежда, домашние брюки розовые, которые я покупала в Заре за 5 рублей. Все. Как так можно напрягаться, что я в одном и том же, в чем я сплю? Слушайте, я шо, так, до такой степени? Слушайте, а мне нравится вот эта вот черная штучка. Даже плохо, что здесь ее нет. Мы сейчас с Софией встречаемся, я ей позвонила. Я говорю, пойдем со мной сходим, мне надо пальто прицениться. Не потому, что я шмоточница и одни шмотки в голове. Потому что мне нечего одеть вечером. Если я иду куда-то или я пойду куда-то, мне надо так, чтобы была шмотка, что можно пальто одеть нормально. В этом холодно. Погода же меняется, что я в шубе. Я могу пойти в шубе, меня шуба моя устраивает голубая. Но она же как бы еще рано, а я мерзну, я мерзлячка. А на ней я сейчас там еду за покупками. Я говорю, ну смотри, я без велосипеда, пока ты сделаешь покупки в дом, там надо есть что-то купить. Говорю, я дойду как раз до центра. Потому что я специально сегодня пешком иду. Специально, чтобы находить километры, чтобы двигаться, а не на велосипеде. Вот, подключаемся. София, салют, отлучи. Салют. Привет. Красотка. Марина. Это ты тоже в Заре брала в этот, как его, кофту? Да. В Заре? Нравится. Да. Тебе сказала, что я как цыганка. Нет, надо потрогать. Лиджи. Красиво. Я вот здесь мерила этот плащик. Блин, за дорого-богато. Нашу Зара. Одевай маску тогда. Подожди, теперь. Как мне одеваться теперь? Очень жарко сегодня. Жарко, да? Я ночью дорму кон кальцини. Холодно так у вас, да? А чего вы не включаете там отопление? Не надо платить рескальдаменту. Чтобы не платить. Господи, вот я тебе говорила, не надо было набирать. Не надо, почему? Там стоит меньше. Я знаю, что стоит меньше. Ладно, идем. А, Верде. Бонжорно. О, смотри, смотри, какой-то... Си. Кванто вене коста капоту? На него, наверное, будет все цепляться. А где цена его? Мискузи, квантовени коста капоту?
попрячу все. А, ah, forse è qui. Ah, c'è qui. Qui è 139 euro. 139, ага. Ma posso mettere così красиво, immagino. Ну, искусственно такое зелёное. У меня я уже есть чёрный. Так а какой размер? Ого, ты с ума сошла, 120. Очень дорого. У меня вот такая чёрная, покупала медведь. Так она холодно, уже холодно. А сегодня утром вышла вообще холодище. Блин, ну на него, наверное, все будет цепляться от котов. Идем, Марина, что? Мне нравится, когда ты меня звонишь. Идем на зай. Так, я просто тебе сказала, идем посмотрим, потому что мне надо посмотреть. Я могу посмотреть дома. Потому что мне надо посмотреть этот, как его, прицениться к пальто. Девчонки, ну вот рубашки, ну вот мне советовали посмотреть рубашку, но она, блин, ну в бабочке. Вот я в таком утром, мне надо в таком утром выходить, потому что мне холодно. Платье какое, видите? Ну. Надо мне... Нет, тебе говори. О, какое красивое, широкое. Стоит дешево. Вот оно стоит дешево. Он широкое, теплое, в принципе. Сейчас, подожди, я хожу. Мне надо посмотреть, приглядеться к пальто. Видишь, это уже стоит меньше. Смотри, какие красивые здесь на замке. Тоже кожзам. Сколько они? Они у нас где цена? По 25,95. Красивые рубашки такие вот, девочки. Боже, я постоянно должна тут вот оправдываться, что мне надо присмотреться. Как дурочка какая. Как батник. Боже, какая красота. В этом осень такая. Я вообще Зару раньше вообще не любила ее. 40 евро, смотрите, здесь завязывается. Широкий, это тоже кожзам. Хорошая такая коллекция, прям симпатичная коллекция. То есть такая интересная. Можно такой, знаете, вот на любителя, вот, допустим. О, какая красивая, 59. Знаете, для меня красиво это, когда вот блесточки. Вот если есть блесточки, все для меня красиво. Красивая куртка. Мне пальто хочется, чтобы жопа закрывала, мне холодно. Боже, здесь все блестит. Есть М-ка? Просто, чтобы хотя бы померить. Для вас померить. Где здесь М-ка есть? Нет, С-ка. Это вот так, говорит, плохо к вещам относитесь. Как будто я их бросаю, на них плюнула сверху XL. А вот это... Нефиг прятать от покупателя. Это L. Нету М-очки. М-очки нет, XL. XXL. Эльку можно померить. Платье, которое я это самое, себе покупала, разобрали их. Осталось очень мало. И, кстати, тут есть еще вот такое вот длинное платье. Прям вообще длинное, длинное, длинное. Видите, такое прямое. Если кому-то короткое не подходит, можете прямое себе посмотреть. Бархатное вот такое все. Вот видите, продается топ и продаются типа брюки. А, ну, это юбочный вариант. Мне девочки советовали. Боже мой. Что это такое? Девочки, белая рубашка, 79 чем-то. Капец. Маленькие такие. У меня, кстати, было пальто, наверное, его выкинула, потому что я его постирала, оно село. Я в Заре брала много лет назад. Девчонки, смотрите, еще вот такой вот в тот раз я не видела. Видите, свитерочек по 25,90. Девочки мне писали, говорят, Марина, я бы свитер взяла бы сразу. Ну, голубой, девочки мне писали, говорят, очень красивый. Вот так вот, девочки, мне предлагали купить верх с рубашкой, но мне не нравится рубашка. Смотрите, какие вот еще есть широкие, модные, по 59,95, вот такие вот эти самые пальто. Я так понимаю, это кардиганы, а нет, не как у меня, это другие немножко. Мне там все советуют найти там строчку, блин, надо найти, распороть. Не знаю, где там Софьевку мерить, я хотела сначала посмотреть, что она там мерит, пару рубашек. Девочки, ну что, мне оно нравится, но короткое, нафиг, ну куда, ну красивое, блестит, все. И даже L, кстати, очень классно сидит, можно под, ну, под свитер, вот у меня там, кстати, майка, свитер. Ну не знаю, L-ка хорошо, что даже не M-ка, но красиво смотрится. Ну вот эта кофта выглядывает, что тогда, как тогда ее носить, чтобы вообще без кофты, что брюки и все, что майку, боди вовнутрь. Не знаю, ну красиво, если будете брать, очень красиво. Легкая-легкая вот эта курточка. Это все вот это вот блестит, это, конечно, шикарно. Смотрите, девочки, кто писал за голубой свитер, смотрите. Легкий-легкий, не колется нормально.
не колется, ничего хорошего. Такое, знаете, вот если... Ну, вот кто-то писал, что хотел взять, возможно, вот вы не видели, ну, не мерили, вот как на мне, он вот так себе. Это все эско, наверное, лента, сейчас я вам скажу точно. Ну, свитер хороший, ну, короткий, да, вот майка. Вот, не знаю, вам сориентировать, синий этот самый в размере М. Кофта, ну, хоть со продолжение банкета прям хоть. Кофта, по идее, тоже М, но она узковатая, надо брать L, и хочется прям вот продолжение банкета очень коротко. Наверное, для женщин, вот, у которых нет вообще живота, потому что вот эти складки, они придают какую-то горбатость еще, знаете, выпалчивание. Размер М, рубашка, S бы на мне был маленький, хотя, вот, смотрите, по плечу как. Ну, я же говорю, я широко по плечу, а вот рубашка, размер М, под любые брюки. Ну, как-то вот она, ну, как у меня дома пижама от Victoria's Secret. Блин, в этом что-то есть. Здесь, видите, идет этот самый. И оно вот здесь так пошито, как будто у вас есть бедра, хотя у меня их нет. Попросила у девочки, говорю, посмотрите, говорю, может, есть наличие другой цвет. Она говорит, цвет один, размер мой. Мне тоже нравится, но учитывайте, что у меня там еще майка. Размер мой. София тоже говорит, мне тебе, говорит, неплохо, говорит, но, говорит, цвет мне не нравится. Говорю, ну, у меня сапоги такого цвета, видите, оно как-то бедро делает вам. От того, что здесь вот этот вот запах, он, видите, он делает, видите, здесь как бы вот дополнительно, как для меня, делает дополнительно, типа как будто бы живот. Конечно, так если вы его втянули боком, не видно, но сам по себе, вот модель сама по себе, она какая-то вот... Ну, вот если снять даже немножко, да, он пополнил, а какой-то, оно у меня... А, это, наверное, Элька у меня. Слушайте, ну, размер мне нравится, вот, рукавка все нравится, все, если вот без маски попробовать. Под мои сапоги будет, наверное, очень классно смотреться. У меня пальто просто нет. Какой, я ж не пойду в курточке со сперматозоидами. А так, в принципе, ну, нормально. Можно было бы купить, чтобы в шкафу было такое это. Нормально. Девчонки, это М-ка. Это М-очка. Видите, как сделано здесь. Снимается немножко узковато, но хорошо. Не знаю, мне понравилось, но неплохое. Если были бы деньги, вот, ну, пусть бы висело бы. Звездный бы час бы свой бы я подождала, такое прям осеннее, хорошее, прям тут оно легкое, не чувствуется на вас. Ну, это тоже размер М, брюки вязаные. Из всего, что мерила, мне понравилось платье и брюки вот эти вот вязаные. Только потому что зима, и они широкие. И, ну, я такое люблю. Если мерить с рубашкой, уже неплохо. Вот эта тигровая рубашка, эти брюки, уже неплохо. То есть прилично. Ну, брюки классные, брюки я, наверное, возьму, потому что они теплые. Я брючный человек, мне нравятся брюки. А за рубашки, ну, такая же, как у меня Victoria's Secret висит, точно самая. То есть, что Zara, что в китайском вы купите за 12, разницы не будет никакой. Мужская коллекция просто бомба. Белиссимо. Мне сегодня Алекс сказал, говорит, я себе накупил в Zara. У них вообще в этом году прям вот реально красивая мужская коллекция. Прям вообще супер. Прям молодцы. Прям вот я вот люблю такое вот... Ярко из толпы выделяться. Прям вообще для мальчиков очень симпатично сделано. Красиво. Девчонки сели с Софией в этот самый, ну, в кафешку. Она домой будет ехать. Ля, цены капец. Корона 3,50. Я в шоке, да? 3,50 это можно купить 3 бутылки. Нашу надо перекусить. Она не захотела. Говорит, я устала, далеко идти не хочу. Можно было сходить там... Месячно, Марина, не надо не ходить. Просто, что можно было сходить в этот, вот там, где панифичу. Вот этот, ну, панины делают. Я а там бы сразу на автобус села. Панини. Я не хочу панини. Не хочешь бутерброд? Не хочу. А что ты будешь здесь закажешь? Бутерброд маленький. Так там можно было заказать, дешевле было. Пошли да, туда. Да, там только хлеб. Так ты скажешь, мне делать меньше хлеб, тебе сделают меньше хлеб. Не надо. Ой. Говорю, я тут есть не буду, говорю. Я на тебя посмотрю, говорю, заплачу за бутерброд. Я буду брать какую-то такую пататину. А сколько она стоит? На евро. С ума сошла? Так, еще сели тут на проходе, давай хоть тогда сядем туда, блин. Нет, люди знаешь, едут. Почему? Когда я здесь, я должна видеть, кто едет сюда, кто едет сюда, кто едет сюда. Она должна смотреть, кто идет с левой стороны, мама, кто справа. Мама, живой. Но ты заказывай для себя, я сейчас тогда посмотрю. Давай, ты платишь, да? Нет. Пиато con la cotoletta, le patatine. Sì. Poi, te cosa bevi, mamma? Io niente, birra. Una birra, e lei invece vuole una Coca-Cola zero con ghiaccio e limone. E poi lei mangia... cosa? Senti, Я здесь скажу каждый день, ты там вообще дурная. А что я сказала плохое? Я сказала, дорого у вас женщина.
А что, не дорого? Глянь, сидим сейчас, смотри, полиция едет, смотри. Пусть идет полиция, мои подруги. Твои подруги, полиция, глянь. Вот сели прям столик на проходе, глянь. Как туристы, точно что. Они без маскарина говорят. А что, вот это вот еще дают, этот самый дают? Дают Ченнери? Нет? А зачем ты взяла? Бутаре. Так а что ты туда выкидываешь? Фильтр. А, да? Да. А что делать? Тира. Ментоло. Тира, Марина. Я не умею. Ментоло фамаль алькоре. А я уже болею. Болеешь уже? Чем? Как что ребенок. Ребенка хочешь? Боже, зачем тебе надо? Сегодня день рождения Ди Матильда. Зачем тебе ребенок? Что ты будешь с ним делать? У меня уже есть два. Посмотри, какие красивые. Так, ладно. Я буду менять памперс. Ну, какая... Так памперс купить надо, на него заработать надо, на памперс. Он стоит дорого. Где ты купила это? Просто. Что, и все? Да. Так, а чем ты его заряжаешь? У карикатуры. Нет, так что туда, где там табак или что там, ничего нету? Сигареты, я не имею табаку. А это без табака? Lo brucia. Allora. Я вообще не могу понять, так это хуже или лучше? Uguale. Allora ti spiego, quando devi pulire la smonti, guarda. Так, где моя кофта? София мне говорит, мама, надо было, мама, бери эту кофту голубую, я уже все отнесла. Посмотри, così, apri. Quando finisci? Так а что там, я не понимаю, что вы там заканчиваете. Это вся молодежь с этими il ходит. Фильтро, qui è, ti, non so come te lo spiego, Marina. Я поняла. Короче, София мне говорит, мама говорит. Ma, я тебе обнесу, подожди, ascoltami. Она говорит, в шарже тебе, говорит, дешевле будут эти. E будут, но qualità è migliore di chargeante. Она говорит, мне дешарже нравится больше качество. Я говорю, ну я расстроена. Я пошла, отнесла, она, нет, бери. Нет, я брюки я бы взяла по-любому. Бери, я, бери. Не, я мерзлячка. Dopo la sera, не брала. Я мерзлячка. Ma dove li trovi questi completi? Это для дачинези, вот это вот, дива, дива. Non so neanche dov'è più diva. Qua e subito a sinistra. Ой, Марина, я уже не покупаю ничего. Я брала в том году, там что-то пошла фигра, по-моему, я брала. На Саши, на Джорджо покупали, у меня нету ни трусы вообще. А, я не брала ничего, потом идем на Тедзенис. Посмотри тогда. Я не пойду никуда. Ты можешь послушать? Мне не интересно это. A volte si leva tutto questo qua dentro, come rimane solo tutto questo marrone e quindi lo svuoti, dopo un pacchetto rimane dentro questo, ci sono dei cotonfiocchi di orecchie che a volte la... Слышишь, я разговариваю, да, però. Вышла из дома. Посмотри. La pulisci con i bastoncini che ti danno loro nel pacchetto, dopo la metti in carica, quando è tutta scarica, questa dura anche un giorno senza caricare, tutto il giorno. Vabbè, ma cosa ti dà? Puoi fumare fino a 40 sigarette con questa e poi a differenza di questo, questo viene bruciato e il sapore è diverso. Io non... ora ho comprato... Come si chiama questa sua? Aikos. Come? Aikos. Va di moda. Alexandra il parrucchiere quando ha visto fa, ma ce l'hai l'ultimo modello. Tabacchini, vendono Aikos. 80 euro sigaretta. Taca, tabacco, c'è dentro tabacco? Sì, tipo... Sì, Marina, ce l'ho anche assistente io di Aikos, ti faccio dei messaggi. Lei mi scrive, mi dice, oh, ciao, buonasera. А кто, сигарета тебе пишет? No, questa non so chi mi ha scritto, io ho detto... Quella ti scrive, come Alice? Mi fa, ciao Sofia, mi piacerebbe sapere come sta andando, ti faccio una sfida di fumare 4 giorni solo Aikos. Боже, какой кошмар. Есть хочу. Посмотри, Марина, что она меня пишет. Да. Ciao, buonasera, Sofia, come va? Io quando mi ha scritto ho detto, ma cazzo è questo che mi ha scritto? Guarda, è lei. Coca-Cola тебе нельзя, ты знаешь? Senza zuccheri. Посмотри. È finta, non esiste lei. Non esiste. Я поняла, что ее нету. Просто фотография тебе пишу, да? Фиолетовая, спасибо. E questa è confezione, Marina, per proteggere. Che dammelo. Se lo graffi. Все, Sofia. Se lo graffi, non te lo cambiano se non ce l'hai quello custodia. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Hola, ma... Так, девочки, ну что? Единственное, что вот это вот место мне вообще не нравится. Вообще мне не нравится вот это вот на проходе сидеть. Ну, как вы хотите. Вот в Италии все на проходе. Сальмончик, оливы, лимон и листья салата. А, и помидоры еще накидали. Ну, нормально все. Мама, ты можешь поставить по? А салфетка где? Там,
Отключаемся. Ну что, София пошла в туалет. Я хочу зайти в магазин ОВС, просто уже в этом районе. Я хотела посмотреть халат домашний. Домашний халат хотела просто посмотреть. А пальто хочется так, чтобы пальто было не длинное. Тут вот, кстати, висит в Заре, когда я на входе показывала пальто, но оно длинное, я не хочу длинное. Мне надо так, чтобы попу прикрывала, чтобы тепло было и все. София говорит, мама, пойди, говорит, поменяй свитер, говорит, на платье. На вот это вот, ну, я буду говорить кожаное, замш, эко-пелли. Я говорю, София, говорю, ну, платье, ну, я потею сильно. Говорю, как хорошо, я туда приклею эти прокладки на этот, там, на футболку, ну, майку одену, там, типа, комбинашку под низ. Говорю, оно неплохое, но оно, не знаю, комментарии почитаю, потому что там, в принципе, оно не делает дополнительный живот, но складка на животе, оно свое немножко дает. Хотя прям размер мой села прекрасно мне, под моими брюки бы вообще шикарно. Я читала комментарии, что типа, ну как не зайду шмотки, так если их нету. Даже не хочу больше оправдываться, все, мне ничего не говорит. Так, я хочу зайти вот этого в ВВС, и потом мне по делам надо идти. Сколько там времени? София вышла. Ужас у меня. Так, сейчас. Давай, идем. София, ничего не хочу, пошли. Вот здесь София покупала мне сережки с набором. Надо наборчик, если так, сережку одну потеряла, а цепочка дома, ее надо почистить. Она серебро потемнела. Да? Из-под соли надо спущать. Я попробую. Там надо, она у меня еще, знаешь, немножко за это, как это сказать, закрутилась. Тебе надо котлеты в холодильник положить, а ты ходишь. Не-не-не, я сегодня сейчас зайду в ОВС, мне надо посмотреть. Ну, если ты хочешь, с тобой. Я тебя подожду. Зачем нам с тобой целоваться? А здесь прохладненько. София, я тебе говорила, не ходи ты с этим. Это София Джорджу взяла курточку. Вот в кальцедоне, видишь, какие колготы. Ну, дай посмотрю. Кальцедоне. Вот мне колготы, ехать надо, колготы. Видите, сетка с надписями. Окей, нет, у меня сейчас нету. Слышь, можешь тебе подождать здесь? Зачем? Я пойду, найдешь меня в ОВС. Девчонки, магазин ОВС. 69,95. Вот такой вот плащик. Корзам коричневый. Ну, это сейчас так модно, типа. Смотрите, какое платье красивое. Под сапоги длинное. Ну, вот видите, марка поменялась, цена опустилась. И в принципе, Голубой модный во всех магазинах. Шубы вот эти пелюшевые. Ну, моя красивая голубая. Пальтишка 99,55. На него, видите, девочки, не один раз бросить его на кровать, и я буду его чистить постоянно. Вот, потому что у меня коты. Шарфы уже все, видите, шарфы, кофты. Все тепленькое, все цветное, радует. В этом как-то, вот в этом сезоне как-то у них так, во всех магазинах как-то много всего симпатичного. Вот. И вот эти вот брюки, видите, они прям модные. Так, у меня открыта сумка. Сейчас я закрою. Цены разные. Коллекции вот одинаковые. Что в Заре рубашка, что здесь, только здесь другая цена. Вот они, халатики появились домашние. Наподобие моего, но немножко другой, но тоже хороший. Сколько цена у него? 22,95. Смотри, носочки какие, смотри. Одела, я тебе тепленько. Маечки здесь вот в весе. Ты не хочешь померить вот такую маечку себе? Я сейчас тебе покажу, какая маечка. Да, ты дзинь, если там из-за марки, там больше цена. Понимаешь, а здесь цена, посмотри, какая. 9 евро, смотри. Маленький. Как он? Маленький. Масштабе кюдорона? Конечно. Давай кацала маленькая. София, ты ее найти не можешь, она сзади тебя. Смотри, какие тепленькие. Он говорит, София говорит, дома так холодно, говорит у них. Нет, холодно, я дома покажу. Вот, чтоб София одела, София никогда не спит. Смотри, вот теплый, потрогай. Слышь, какой ты размер взяла? Più grande XL, ma non so se come si mette questo. София, обыкновенно. Cazzo, non capisco. Девчонки, смотрите, какой красивый, на подкладке, на теплой, а розовенький. Я только хотела сказать, что надо почистить эти ботинки. Что ты, Саша, помыла себе не это? Смотрите, нашла вот здесь висел, потому что я не ходила по магазину.
Типа вот такой вот, София, мама, ты такая молодая, такой цвет тебе делает он. Не, я бы не брала, я же просто примеряюсь, мне надо прицениться, что прям. Нет, я... симпатично. Симпатично. Тебе нравилось больше? Когда платье? Она говорит, надо, чтобы ты поменяла, говорит, свитер, взяла платье. И куда я в нем пойду? О, какая красивая, это на кухню. Ну это Хэллоуин, но все равно на кухню как красиво. Давай возьми мне это мыло. Это сапоны? Сова, ну это вот в баню тебе, знаешь, мыть. Это тебе в туалет, знаешь, руки мыть. Не, я хочу фиолетовый, зачем мне?